Футболисты Оренбурга добывают третью победу подряд, что позволяет команде подняться на третье место в первенстве ФНЛ. На этот раз на домашнем стадионе была обыграна Тюмень со счетом 3-0. Оренбуржцы уже в первом тайме сняли все вопросы о победителе. На 9-й минуте Денис Попович ударом со штрафного открывает счет в матче. А уже на 22-й минуте счет стал 2-0 в пользу хозяев. После комбинации на фланге Артем Попов отправил мяч в дальний угол ворот. Голкипер гостей явно не ожидал такой траектории полета мяча и выручить свою команду не смог. Окончательный счет в игре был установлен в концовке первого тайма. За нарушение в штрафной площади рефери матча назначил пенальти, который реализовал все тот же Денис Попович, тем самым оформив дубль в этой игре. В сегодняшнем матче, я говорю, все могло сложиться по-другому, не будь этой форы уже в самом начале матча. Но эта фора произошла, еще раз я говорю, только из-за наших ошибок. Не Оренбург разыграл какие-то хорошие комбинации, там давление было какое-то мощное, там, или еще постоянно там навес, угловые. Нет, сами себе. Это концентрация, это вот, опять же, это психология, вот это единоборство, когда мяч нерешенный, просто его нужно, значит, на мяч идти, мы в итоге просто расступаемся вокруг мяча и подхватывает его соперник. Нельзя это делать, нельзя. Ну да, на самом деле соперник непростой, они это показали, мы чуть как сбавили обороты, они сразу нас подхватили и показывали очень симпатичный футбол, комбинационный, со стеночками, с открываниями. Спартак его все ищет, а он уже вот здесь, где-то у нас был сегодня на стадионе. Ну, было приятно посмотреть. Заставили нас попотеть. Мы хотели уже так-то вообще на легком данском закончить этот матч, но соперник нам не позволил. И я думаю, что зрители все остались довольны в этой связи. Вот. Следующий домашний матч Оренбург проведет 21 октября против команды «Авангард Курск». Артем Смедюк, городской телеканал ЮТВ.